Давай. Да, давай, знаешь что, садись ко мне поближе. Да, вот так вот, да. И рассказывай историю. Все? Да. Снимаешь? Да. Свежие новости, свежие новости. Вчера первый человек Кирилл Максименко Павлович с Мариной Максименко Владимировной поехали к Марине Максименко Владимировной на работу. Они там рисовали, бегали. Это все фигня неинтересная. Но потом Кирилл Максименко Павловичу позвонил Кирилл Полосухин Сергеевич. Кирилл Полосухин ему позвонил, а Кирилл этого не слышал. Кирилл Максименко этого не слышал. Но потом, когда все закончилось у Марины на работе, Кирилл Максименко начал ехать домой, ему позвонил Кирилл Полосухин, и он уже этого услышал. Он ему позвонил. Полосухин не ответил Кириллу. Но потом он ответил. И он сказал, и Кирилл Максименко сказал, вы где подъехали? Вы где? Он сказал, около Гроша с Арсением, Славиком и Лехой. Он это услышал. Сказал, подъезжайте. А он сказал, а они сказали, что они не на великах. Ну, он подъехал на велике. Они поехали в футбольное поле. Кирилл Максименко приехал на футбольное поле. Все остальные прибежали. Он там застегнул велик. Застегнул велик там. На кодовый замок. На кодовый замок. Да. Кирилл Максименко застегнул велик на кодовый замок. Замок был 2014 наоборот, 4102. Они потом немножко подрались и побежали на футбольное поле. Там был Арсений Мишуков, Славик, его фамилия. Славик, не знаю фамилии. Леха Никаноров, Кирилл Максименко и Кирилл Полосухин. Они побежали в парк и встретили Сашу, который играл в футбол. И они начали бегать вот так по горке. Знаешь, в парке есть такая горка большая. Вот не старая, а новая. Они начали по ней бегать и играть в слепого крота. Что за игра слепой крот, расскажи. Ну, типа там, если... Короче, вот есть 5-6, там, например, человек, нас было 5. Один закрывает глаза и ищет кого-то. Вот так вот. А остальные бегают вокруг. Ну, мы все 4 или кроме меня. Вот Санёк вот так просто бегал, летал вот так. Типа он знает все наизусть. А я вот так медленно ходил. Слышу спереди меня вот такие, вот там есть вот такие вот штуки. А вы глаза не завязывали, просто закрывали, да? Нет, просто закрывали. Все читали, кроме меня. А я нашел Славика так, потому что спереди меня были вот такие штуки, которые звуки издают. Я услышала это, и они там застряли на этих штуках, пытались раздвинуться. Ну, не на этих штуках, а там была еще такая палка. Они пытались один туда, другой посередине. Я замаял Славика, потому что он был посередине. Так, за жопу замаял. Ну и что, ладно, рассказывай. Он понял. Ну, короче, рассказывать сам был интересно. Мы там поиграли. Потом мы начали убегать. Кирилл сказал, кто последний, тот лох. Я забежал первый. Потом я увидел рядом домик, мы были в беседке. Я побежал, я сказал, кто последний, тот гандон. Кто? Гандон. А ты знаешь, что это значит? Нет. Это очень плохое матершинное слово. Ты его никогда больше не говорил, ладно? Ну, короче, я добежал, я первый забежал. Ты что, реально не знаешь, что это такое? Нет.
А кто у вас это говорил? Кирилл. Ну это очень плохое матершинное слово. Ладно, давай дальше. Ну вот я первый забежал, никому дверь не открывал. Ну, рассказывать самую интересную, да? Да. Мы побежали лазить по гаражам. А ты это выложишь? Точно. Точно. Да, да, давай дальше, что? Выложишь? Нет, говорю, давай по гаражам. Мы побежали лазить по гаражам. Мы думали, как перелезть через забор. Увидели большой камень, Кера перелез, я потом тоже... А, нет, Санёк перелез, я перелез. Потом Арсений и Лёха нашли ёжика. А, нет, Арсений и Лёха нашли ёжика. Мы этого ёжика увидели. Я начал на этого ёжика смотреть, а Кера сказал, чтобы я отошёл, я не услышал. Он прыгнул прямо мне на башку. Прыгнул. Ну, потом Лёха и Арсений перелез, и мы побежали, увидели открытый гараж, и Лёха сказал, или Славик, сказал, что мужик там. А Кер сказал, где мужик, а мы были близко к гаражу, а я увидел там ребёнка, потому что там машина вот так стояла, я через стекло ребёнка увидел. Ага. Ну, мы это увидели, сказали здрасте. И побежали. Бежали мы. И потом Кера увидел какой-то гараж и сказал, мой любимый, мой хороший. Типа он его, наверное, залазил. Потом мы побежали, увидели огромный овраг. Далеко побежали. Увидели овраг. Я вот так спускался. Там был вот такой спуск. И была такая... А все это время велосипед там пристегнутый, да? Да. Где я его нашла, да? Ага, давай только дальше. Не говорит, самое интересное. И там было вот такое... Можно перебью? В следующий раз на видных местах ставь. А то там в закутке, конечно, кто-то подошел, наверное, крутил. На видных местах, ладно? Там около... Понял, да, где видны места? Ну, давай дальше. Крутой вот спуск. Вот такой спуск и вот такой спуск. Я спускался по вот такому спуску, ну все по нему спустились, и мне в обувь залетела грязь, а Кирилл не взлетел. Ну мне, мне было пофиг, мы спустились, там еще один был спуск, побежали, там какой-то каньон был, и позвонила Кириллу Арсения сестра и говорит, там типа... Где Арсений? Где вы там, давайте погуляем. Ну, Кера ответил, нет, потом ему много. Потом мы вылезли из этого шалаша, а там была бомба огромная. Знаешь, какая бомба? Какая? Лёха сказал, что это бомба. Там была, короче, бутылка с водой, он на неё наступил, его полностью обрызгал. Потом Миланка Кирилл много раз звонила, а я говорю, вдруг это не Миланка звонит, вдруг это не Миланка звонит. Ну и ушли, и он все-таки решил ей ответить, ответил, а на следующий раз она звонит, он решил ей ответить, а это уже была мама. Она сказала, иди домой. Мы начали идти домой и увидели яму. А для начала мы, наверное, ее не увидели. Вот такая яма просто. Яма такая, ну не глубокая, упадешь, вылезти можешь. А она была вот так продлевалась, а там уже что было, мы не знаем, потому что была доска. Я по доске вот этой ходил. А Санёк, Арсений, Славик и Лёха, они кидали туда фигни. Потом вышел какой-то дед, начал нас ругать. И мы начали валить. Потом дед оттуда зашёл, а Кера остановился такой. Типа там что-то ему танцевал и матово его ругал. Потом, наверное, этот дед услышал, Кирилл подумал, что он смотрит на нас и побежал. И я говорю Кирилл, что он делает. Нафига так делать? Правильно. И я правильно говорила, знаешь почему? Почему? Потому что когда мы через забор пытались перелезть, этот дед на велике едет, Настя.
Мы думали, все, нам крышка нафиг. Кель побежал в ту сторону, а мы перелезли через забор и прямо побежали. Мы так боялись. Я бежала нафиг за Лехой, а Сеня сзади нас бежал, остановился, начал... Ныть начал? Да, начал ныть. Я к Арсению подошел, начал ныть для виду. Я умею ныть для виду. А зачем для виду ныть? Чтобы он успокоился? Да. Чтобы ему обидно не было. Он побежал нафиг, Леха остановился, а Славик его типа надурил, прямо побежал, потом туда к ежику побежал, ага. Там остался. Ну, в общем, а Кирилл вину-то всю мы свалили на Санька и на Кирилла, потому что их не было. Ага. А он сказал, Леша Никаноров, он откуда-то знал его имя и фамилию. И что он вам сказал, этот дед? Типа там, не делайте так, это очень плохо. А мы подошли с Арсением. А что не делайте так? Хрычим. Это вы ныхали, чтобы вас типа не ругал никто, да? Нет, Арсений по-настоящему хныкал, а я для виду. А что вы делали? Что плохо? Да, там была яма такая. Помнишь, я тебе рассказывал, яма, да? Да. И доска. Да. Я по доске прыгал, а Арсений... Лёха, Славик и Санёк кидали туда железки, камни. Мужик это услышал, это был старый дядька. Из-за этого, да, плохо? Угу. Ну ладно, ну и что, и вот он вам сказал, не делайте так, да? Угу. А Лёха сказал, это не я, Артений сказал, это тоже не я. А Славика не было. И они всю вину свалили на Кирилла, который... не. А нет, Артений на Санька свалил, а я на Кирилла. Ага. Да, просто Арсений и Славик, они вообще-то все кидали, кроме Кирилла и меня. Mm. Я просто бегала, а Кирилл ждал, пока мы накидаемся. И мы потом прибежали, а они сказали, это Санёк и Кирилл. Они вообще ничего не кидали. Ну, Санёк вообще, да, кидал. Ну, и в общем, мы потом увидели Кирилла на конце парка. Угу. Бежали к нему. Дальше. Встретили его нафиг. Угу. Он сказал, что типа, что было. А я подошел, типа, плакал и говорю, нас в лучик отправят. Он поверил. Ну, потом он сказал, типа, что я пошутил. Мы пошли на футбольное поле за моим великом. Я пытался открыть код 4102. Он не открывался, я начал ныть. Я, Кирилл, позвонил тебе и сюда поехал Серый. Сюда Серый поехал. Он долго ехал, и я успокоился и начал с друзьями драться. Ну, драться это неинтересно, но нам было так интересно драться. На футбольном поле, травка. Мы дрались. Потом приехал Серега. Он пытался открыть пароль. Потом приехал его друг, пытался тоже открыть. Ну, его друг мимо проезжал. Пытался открыть. Потом ты приехал, пытались открыть. И открыли. Угу. Резвые новости закончились. Да. А ты хочешь кашу молочную, лапшу молочную? Ты голодный или не голодный? Или ты только проснулся, еще не хочешь есть? Давай, молочную кашу, все, камеру выключай, реклама.